тебе удалось добыть рог. Отлично. Все испытания пройдены. Иди со мной. Пора нам во всеуслышанье признать тебя Довокином. Теперь ты можешь изучить последнее слово безжалостной силы. Да, что значит толкать. Седобородых, но ты сможешь. Интракросис саран, Струндуль, Вовни Валана, Седобородых обрушилась на тебя, но не сгубила. Высокий Хротгар открыт для тебя. Быстро учишься, Довокин. Мы произнесли традиционное приветствие драконорожденному, принятому под наше покровительство. Теми же словами мы приветствовали юного Талоса, когда он пришел на высокий Хротгар. Впоследствии он стал императором Тайбером Септимом. Иногда я забываю, что ты не владеешь драконьим языком, как мы. Вот грубый перевод. Долгие лета тосковала корона бурь по челу, достойному носить ее. Своим дыханием мы ныне даем ее тебе, исполняя веление Кин, веление Шора и веление предков с Атморы. Мы
ныне ты, Исмир, дракон севера. Внимательно. Пятеро. Наш вождь Партурнакс живет в одиночестве на вершине глотки мира. Когда твой голос сможет открыть путь, знай, что настало время для разговора с ним. Как я сказал, ты узнаешь, что пришла пора, когда твой голос сможет открыть путь к нему. Нет сомнений, появление драконорожденного Давакина в этот час не случайно. Очевидно, твоя судьба связана с возвращением драконов. Тебе нужно сосредоточиться на совершенствовании своего голоса, и вскоре твой путь станет ясен. Воистину, мы знаем многое, чего не знаешь ты. Но это не значит, что ты сейчас сможешь это понять. Не дай легкости, с которой тебе дался голос, разбудить в себе гордыню. Она стала погибелью многих прежних драконорожденных. От рождения умеют направлять свой голос. Драконы также могут впитывать силу сраженных братьев. Немногие смертные рождаются с похожими способностями. До сих пор не смолкают споры о том, дар это или проклятие. То, что тебе удалось постичь за несколько дней, самых одаренных из нас заняло годы. Многие верят, что драконорожденных посылают в мир боги в час великой нужды. Об этом мы поговорим позже, когда ты подготовишься. Драконы всегда умели кричать. Язык неотделим от их природы. В языке драконов нет разницы между битвой и спором. Крик для дракона так же естественен, как дыхание и речь. В древнейшие времена, когда нужда смертных была велика, богиня Кинарет даровала нам способность говорить, как говорят драконы. Большинству требуются долгие годы, чтобы выучить даже простейший крик. Но речь драконов у тебя в крови, и тебе она дается без особых усилий. Тебе уже многое известно, Давакин. Слишком быстро развивать твой дар может быть опасно. Однако в Скайриме есть множество слов силы, вырезанных на языке драконов. Даже отсюда мы чувствуем, как они откликаются Тууму. Найти утерянные слова само по себе проверка. Так ты получишь опыт, который закалит твои способности. Когда ты соберешься отправиться на поиски, спроси меня. Мы услышали шепот слова. Дай мне карту. Я покажу тебе, где ты найдешь его эхо.
дыхание и Не испытывай меня, эльф. Thank you.
Я все еще здесь. Показывай дорогу.
сюда!
я тебя прикрою. Хорошо, буду здесь. Мы выступаем? Идем. Мне это нравится все меньше и меньше. Ладно, понятно. Тебе все еще что-то нужно от меня? Ну что, выходим? Идем.
Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Тебе нужно. Ладно, понятно. Тебе все еще что-то нужно от меня? Мы выступаем? Идем. Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем.
замечательный друг. Это дорого стоит. Добро пожаловать в таверну Вайлмир. Если тебе что-нибудь нужно, только скажи. Эти проклятые медведи меня с ума сводят! Прошу прощения, господин. Не хотите ли послушать мою игру? Если хочешь послушать музыку, только скажи. Если нужно что-то? Соберешься завести детей, я играю на лютне. Если хочешь послушать... Гляди. Что ты ищешь? Я все еще здесь. Ладно, что мне понести?
Тогда пойдем. Что ты ищешь?
прямо за тобой. Веди.